Всех приветствую на канале Клетка, с вами Андрей Басынин. Сегодня сделаем опять работу с лоу-киком, не опять, а новый урок про лоу-кик. И сегодня будем говорить со смены угла. Бьем лоу-кик, смещаемся, наносим опять лоу-кик. Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы разбить защиту партнера. Показывает, что это такое. То есть есть просто, когда мы бьем просто фронтально перед собой лоу-кик. Бывает такое, что партнер ставит щиты, поставляет ноги, да, то есть он прав, я ударю. Опять он ставит щит, я его дергаю, это уже смена угла. Смену угла мы можем также использовать, когда партнер, допустим, где-то пожимаем, мне надо выйти, я бам, отсюда выхожу. Это даже может смена угла быть, когда я отработал и сменил здесь угол. Все это отрабатывать сейчас покажу на макеваре. На Никиту не обращайся, Никита мне ассистирует, да, он боксер вообще. Поэтому то, что вот этот, блин, боксеры они, да, они там. Упражнение. Наша задача. Давай с этой стороны. Да, ребят, я использую макевар фирмы Вена, это очень хороший макевар, легкая, не пробивается, мне очень нравится. Всем советую. А мне дали на тестирование, я вот уже третий месяц тестирую ее, мы ее лупим, пока что держится, молодец, поэтому я всем теперь ее советую. Это что мы делаем? Мы стандартно бьем лоу-кик, да, вот у нас лоу-кик. Вот мы вкручиваем, да, можем руку скинуть. После того, как отработал лоу-кик, я делаю отскок. И отсюда наношу лоу-кик. И не остаюсь на месте. То есть мое движение, отскок. Ну, два варианта здесь можем делать через перетаптывание. Раз, два. Но это не самый лучший вариант. Это задержка идет в движении. Смотрите. Раз. Посмотрим на два. Или делаем в одно движение. Удар. Еще раз. Первый вариант был. Я часто вижу на. Я показываю в Инстаграме такую работу. И часто вижу, ребята пробуют, даже делают неправильно. Мы делаем посох ноги, поднятие ноги, удар. Теряем движение. Наше движение оттяжка, прыжок и сразу удар. Представьте, что вы как будто мяч обоите, да вот. Отскоком. И сразу бьем. Это можно сделать как тренировку. Стой на месте. Оп. Удар. Опять. Оп. Удар. С лоу-киком объединил. Раз. Два. Еще раз. Раз. Два. Если отсюда дальше пойти, мы можем делать смену угла для атаки передней ноги. Делаешь что? Раз. И отсюда сразу нашу переднюю ногу, если понятно. Я просто сейчас показываю. Не бойся. Раз. Угол. Атака с дальней руки. Угол. Вертушка. Это уже все зависит от ваших технических навыков. Подготовки. На переднюю ногу. Давай на переднюю ногу покажем. Передняя нога на самом деле еще лучше. Давай покажем. Смотри свою. Когда работаем, мы, допустим, сейчас, да, раз, два, ножки играемся. Я делаю смену угла. Раз и два. Мое движение. Отскок, меняя угол, наношу под дальний. Я это же самое движение могу использовать. Отскок для отработки продолжения с руками, с ногами на крест. Или я делаю смену. Отскок и сразу пойдет нога. Когда мы бьем перед соперником, у него всегда есть возможность, да, перекрыться. Я говорю про есть возможность, да, но я говорю сейчас о улучшении положения нашего тела, угла для оптимальной атаки. Я нанес удар, делаю отскок. И мой удар идет фронтально перед ним. Вот такое движение, навстречу. Да, то есть не сбоку, а навстречу. То же самое отсюда также удобно. Я делаю отскок. Смотрите, моя рука правая бьет промеж его рук. Если находился здесь, у него руки на месте, я бью как бы ему в руку, да, в защиту. Я сместился, у меня уже рука идет по всей линии прямо здесь. Отработка на макеваре. Партнер держит, я стою, я делаю движение. Раз, отскок, два. Чуть сбоку натяжать, дай вот. Все опять. Раз, отскок, два. И гружу туда ножку. Раз, отскок, два. Таким коротким движением. Могу добавить руки комбинацию. Бам, бам. Самое главное, что второй удар тоже будет загружен. Тоже вкручивается бедро. Медленно. Раз, отскок. Два. Удар, отскок. Удар. Это можно использовать как в тренировке для отработки. Никита, немножко отдохни, покажи. Смотрите, как мы делаем. Я положил две лапы. Вот моя нога работает. Я поставил ногу по линии лап. По кругу, отскок. По кругу, отскок. Удар. Оп, удар. Мое движение
по кругу новую веду, обхожу, вторая нога подтягивается прыжком. Мы все можем делать такие движения. Это модификация движения. Вариант. Здесь надо нарабатывать, чтобы потом в бою у вас получалось. Все. На этом наш маленький обзор со смены угла сделан. А, есть очень хороший боец, тайский боец, который постоянно бьет, двойные лукики с дальней ноги, он бьет, пробивает. Помните? То есть он делает им небольшой угол. Это уже небольшой угол. Что мы работаем на руках в боксе, да, меняем углы атаки. Отсюда, да, очень важно не работать фронтально. То же самое с ногами. Я могу нанести удар, отскок нанести с этой ноги. Могу нанести, сделать отскок, отсюда нанести. Могу сделать отскок, отскок отсюда. Могу сделать отскок сюда. Я меняю, у меня вариантов атак гораздо больше. Тем более, если не надо уйти с каната. То есть мы двигаемся, да, здесь не надо, бам, оп, ушел, да, отсюда отработал. Или я доработал тип, ушел отсюда. Также я, да, работаю с руками, да, отсюда. Это все надо прорабатывать, это ваша работа на ногах. Все, на этом видеоурок закончим со смены углов. Подписываемся на канал Клетка в Ютубе, ставим лайки, дизлайки, комментируем, пишем темы. Спасибо Никите, конечно, для него это было тяжело. Так, ноги, руки, так, что происходит? А где бокс? Ну, как бы, вот так вот, да, вот, пожалуйста, вот вам и бокс. Все, подписывайтесь на мой инстаграм, хотелось на инстаграм в Ютубе. Всем пока, большое спасибо. Brrrr.